Всем привет, с вами Филипп, и мы продолжаем играть в Assassin 3. Пока мы ждем новой игрушки, я решил заснять эту игру. Кто ты, сэр? Под началом Эдварда Брэддока. Да, но он еще в Европе, и я решил, что могу. То есть, только пока его нет. Я думал... Ну, что именно? Простите, сэр. Я надеялся, что смогу учиться у вас. Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Здравствуйте, сэр. Так, мы погладили собачку. Благодарю. Но вы меня переоцениваете. Как можно, сэр? Сюда. Проклятие! Не вздумай. Я бы его схватил. Бостон весьма оживленный город. Твою же мать. Не. Он очень быстро бегает. И я знал, что он сейчас сворует яблоко у нее. Здесь много на что... Либо что у них тут такое. Как устроитесь, непременно прогуляйтесь по улице. Кто знает, что вам удастся обнаружить. Погуляем, погуляем. Для начала нам нужно добыть кое-что. А я пока найду лошадей. Так, ладно, все. Используем карту на тап. Пока у нас ничего не открыто, но это, конечно же, пока мы еще вот сейчас синхронизируемся, чтобы, ну, маленькую, ну, точечку найти. Ну, карту вот так открыть. Ой, ёлки, не-не-не, в Бостон. Но мы пока... Ещё мы открываем с помощью не вот этого. С помощью не вот таких вот синхронизаций. Мы можем открывать просто ходя. Видите, мы прошли некоторые... Это некоторые путь. И у нас вот открылось. Можно путем, но это очень будет долго. Так что, конечно, синхронизация. Так, у меня бьет по мозгам, опять что-то как-то не катит. Да иди ты со своей британской армией. Мне хватает этой британской армии. Так вот. Тут он вообще по мозгам бьет. Французы заняли форт Несесити в Пенсильвании. Ладно, пойдем. Что-то там... О, там открылось. Смотрите, еще один прикольчик. Ну, все его знают. Вау. Вау. Опа, да. Все-таки. Получилось допрыгнуть. Так. Нам надо допрыгнуть. А, нам сейчас не синхронизация. Нам это... Нам надо сейчас поговорить с этим. Ну, сейчас они будут говорить... Не помню, с кем уже. Этот проклятый... С Франклином. Вы расстроены, друг? Признаться, да. И весьма сильно. В чем дело? Меня ограбили. Такая потеря. Хотя я сумел вернуть свое. Боюсь, все испорчено. Ваша книга? Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Бенджамин Франклин, к вашим услугам. Хейтем Кеннери. Вы недавно в Бостоне? Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я? Я... Не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Слушайте, я не знаю. Ничего, ничего. Найдется время прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Видите ее? Да. Любопытно. Да, только я их не находил. Ни разу не находил. Надо сейчас посмотреть, что он даст за них. Так, лавки, задания.
Нет, тут пока он не пишет, да? Да, вот, альманах, инструкция по созданию награды изобретений. Какого-то изобретения у нас будет. Так. Заходим. В магазин и покупаем саблю и пистолет. У нас 2850, это нам хватит, конечно же. Обычное оружие. Сабля. И пистолет. Все. Продать ничего у нас нету. Так как мы ничего не брали. Можно выйти с этой, поход стороны. Нет, нет. Выйти можно только с этой стороны. Жалко. Так, он нашел уже лошадь. Давай, садись. Мы едем в Зеленый Дракон. Владельцы чудаки. Но они не любопытны. Да и комнаты достаточно хороши. Вам сказали, зачем я приехал в Бостон? Нет. Всех пинаем так. Вы скажете сами, что зачтете нужным. На. Вон еще комната открыта, можно про ней побежать. Уильям Джонсон ждет нас в Зеленом Драконе. Вы его знаете? Не близко, но он увидел знак Ордена и пришел, не колеблясь. Докажите свою верность, и, возможно, все узнаете. Я буду счастлив, сэр. Так, мы уже под... подходим уже. Так, куда дальше? Я уж не помню. А, вот сюда, вот она. Вот они, кони. Все, пришли. Добро пожаловать в Бостон. Поймать страницу альманаха. Так, все, нам дают режим. Обычный режим, где можно ходить, куда хочешь. Но мы будем выполнять миссии, конечно же. Это у меня прохождение, а не гуляние по городу. Если гуляние по городу, то это будет на миллион серий. Ах ты лживый, похотливый сукин сын. Кажется, мы пришли не вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть или выпить? А может, вам нужны комнаты? Мы уже сняли их. Ах да, помню. Господа Ли и Кенуэй, ваши вещи сейчас отнесут. Вам нужно что-нибудь еще? Пусть нам не мешают. Так. Молодец, чувак, блин. Приказывает какой-то... Она уже старенькая, я вижу. Но мотюкается нормально-то. Дал ей отнести, если сам не можешь. Так можно осмотреть. Только фиг, что тут увидишь... Вот она уже подметает. А можно что-то она скажет нам? Нихера она. Ух ты. Какой-то баг произошел. Она вторую взяла. Давай, давай. Так, сейчас третью возьмем. А, одна еще... А, нет. Да, вот этот вот баг. Крутой. Очень крутой баг, может положить миллион. Очень. Сэр, Уильям Джонсон. Очень рад. Славный малый, но простодушный. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строение предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы, мои труды украдены. Без них я вам бесполезен. Мы их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски.
Он умеет развязывать языки. Скажите, где его можно найти? И я поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Скорее всего, он там. Чарльз? Сэр? Сейчас мы уже сразу туда переместимся. Конечно. Мы не будем туда идти, он сам сейчас переместится в это место, когда мы выйдем. Сейчас посмотрю, это тетенька еще там, ну да, слышно, как она подметает. Прикольный баг. 1 000 000 метелок может сделать. Так, тут все пусто, что-то как-то странно, что-то у них все тихо. Все, сейчас переместимся. Все, мы уже тут. Давай, давай уже иди. К Томосухике. Поручение Джонсона. Томас Хики? А вы кто? Хейтон Кенуэй. И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз. Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы вам поможем. Больно мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Думаю, как с ними управиться. Я знаю как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Вот так вот, давай. Нашими, чтобы выстрелить. Приготовьтесь. Но дождитесь моего выстрела. Все, сейчас у нас будет бой. Так, ты перезарядил? Перезаряди. Это не... А, зачем перезаряжать? Тут пушка есть. Вторую возьми. Ладно, так. Давай, давай. На. Твою же. Так, все, мы всех убили. Двое сбежали. Зассали. Внутри безопасно! Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам. Так, стреляю. А, вот по этим. Ну что, за дело? Сколько сразу померли, вот какой дурак стоит так перед входом. Лучше прятали. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. Я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон, законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. Вот так вам. Прям в горло воткнул ему. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит?
Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Они спросят, от кого? Нет, они знают. Хейтем, у этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш пистолет пустует? Куда ушел? Ваш предок не убивал мирных жителей. Да. Давай, забирай. Ага. Зеленый дракон. Подождите. Собирай еще монет, но только зачем мне они? Потому что мы будем за Коннора играть. Стойте, 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 дайте мне взять вот это вот. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Да. Ничего себе. Сказали мы, а Чарльз все сам сделал. Эй, у них наверняка карманы не пустые. Не пропадать же добру, правда? Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали? Да бросьте. Испортите всю забаву. Стойте. Вы куда уходите? Дайте мне перезарядиться. У меня второстепенная задача убить. Должен его разоружить. На, на. Сдохни, сдохни. На. Game over. Возьми вторую. Нет, вот эту вот возьми. Да ладно. Это всего лишь дураки с ножами. Они мало что могут. Так, мы пристрелили их, так что можно идти дальше. Коровка. Хорошая коровка, хорошая. Так, я где-то свой пестик посел. Вот он. Не зря я его перезаряжал. Так, я видел, там кто-то стоит, вот он. На. Сдохни, сдохни. Помогите мне! Нихны! Уже иду! На. Да сдохни ты. Так, еще одну пуколку возьмем. Потому что там еще одни есть. Стреляй, стреляй. Так, перезаряжать долго, так что. Да бери ты эту. Кажется, это все. Все. Пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Так, я застрял. Но ничего, это конец, потому что уже. Держите. Благодарю, мастер Кенвей.
А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев? Похоже на изделие Ганьягаха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Томас! Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся. Так. Все, мы выполнили поручение Джонсона. На все 100%. Ладно. Знаю, что я буду делать. Я буду проходить это миссии по каждый день. Ой, не каждый день, а по миссиям буду проходить. Ладно, всем пока, с вами был Филипп. Будем проходить по одной миссии. Каждую серию будет. Это очень много тогда придется серий делать. Но ничего, пока мы ждем, можно растянуть. Ладно, всем пока, с вами был Филипп. И мы играли в Assassin's 3. Пока ждем игрушки, про которые я говорил и во второй, и в первой серии. Ладно, всем пока.